Добрый день. Меня зовут Кирюшин Павел Николаевич. Я ведущий инженер, консультант по системам противоаварийной автоматической защиты. Компания Emerson понимает, что первоочередной задачей для заказчиков является предотвращение аварий и несчастных случаев на производстве. Все хотят, чтобы сотрудники вечером отправлялись домой целыми и невредимыми, а опасные производственные объекты оказывали минимальное влияние на природу человека. Безопасное рабочее предприятие улучшает имидж и повышает рыночную стоимость своей компании. Платит меньшие страховые взносы, не платит штрафы, так как выполняет требования федеральных норм и правил. Современный подход к комплексной безопасности технологического процесса позволяет одновременно повышать безопасность и экономить средства, производить больше и дешевле при требуемом уровне безопасности. Интеллектуальные средства и системы автоматизации берут на себя безопасное управление процессами. Поэтому не нужно закладывать избыточный запас по рабочему технологическому оборудованию, как это приходится делать, когда у вас нет полной информации о состоянии техпроцесса или вы не уверены в надежности агрегатов. Типичные причины аварии, как правило, лежат сразу в нескольких областях. Это ошибки проекта и реализации, нарушение процедур или отказ техники. Риск возникновения аварии можно снизить за счет применения комплекса мер. Они включают в себя технологические решения, внедрение современной системы ПАС, эффективную систему сигнализации и процедурно-организационные мероприятия. В отличие от существующих практик, мы уверены, что анализ риска и обоснованное распределение контуров защиты по уровню полноты безопасности сил – это обязательный этап в процессе построения системы ПАС. Разрабатывая продукты и решения, мы ставим безопасность в главу угла. Надежные, умные, контрольно-измерительные приборы, логические контроллеры, исполнительные устройства от Emerson снижают вероятность отказа техники. А если отказ произошел, позволяют диагностировать и не допустить ложного останова производства. Приборы КИП и система противоаварийной защиты Delta-V с электронной кроссировкой сертифицированы международными организациями для применения в контурах защиты до сил 3 включительно. Отсечные клапаны с возможностью диагностики неполным ходом позволяют просто и надежно реализовать контур защиты с требованиями сил 2, сил 3. Мы готовы проконсультировать вас по применению норм стандартов, сделать анализ результатов ХАЗОП, проверить соответствие контуров защиты назначенному уровню сил, а также разработать процедуры тестирования приборов системы ПАС. В компании Emerson сертифицирована система исполнения проектов на соответствие нормам стандартов. Инженерный состав обучен и компетентен. Безопасное производство – это выгодно. Пригласите нас на ранней стадии проекта, и мы вместе реализуем эффективную систему безопасности.